Аминь. Аминь. И теперь я вам скажу по пророческому слову. Что стукнуло? Я надеюсь, никто не забыл, что пастор Вальдемар говорил. Проси у Святого Духа про учеников. Er hat das über die Jünger erzählt, über den Heiligen Geist. Что тогда Бог послал и сейчас посылает. Dass er heute noch schicken tut. То пророчестве было написано. Никто не забыл? Hat es niemand vergessen? Хорошо. Никто не забыл, что здесь говорила пастор Венера, Иван, еще кто говорил, пастор Дмитрий, про сны, сновидения, которые перед служением. Никто не забыл? Hat es niemand vergessen? Я вам напоминаю. Ich erinnere euch noch daran. Теперь вспомните то, что Иван говорил, что про голубей, что голубь над ним. Dass eine Taube über ihm war, dass von einem Himmel eine Taube kam, Пархал. Да, как это называется, не знаю. Dass sie geflattert hat von ihm. Да, парил. Потом другой голубь чуть, ну, почти врезался в стекло машины пастор Дима. И сегодня утром, когда мы сели перед служением, мы только сели, и голубь, что такое, и голубь. Помните это? Немножко теперь начали думать об этом. Думайте сейчас об этом. Слышите? Сейчас концентрируйтесь. Концентрируйтесь jetzt. Пока я сейчас буду говорить, напрягайтесь. Werde, напрягайтесь. Вспоминать то, что сейчас уже было сказано. Напрягайтесь то, что я сейчас буду говорить, слышать. Bemüht euch darum, das, was ihr jetzt sagen werdet. Кому не интересно? Wem ist es uninteressant? Если всем интересно, пожалуйста, напрягитесь. Wenn es interessant ist, dann bemüht euch jetzt zuzuhören. Люди, Leute, сегодня исторический день. Ist ein historischer Tag. Дайте мне Лёрах, вот этот диск. Пастор Вальдемар вам сказал, Pastor Waldemar hat euch gesagt, что мы делали начало этих служений, dass wir den Anfang der Dienste gemacht haben. Лёрах. И это тоже по слову, которое Бог нам сказал. Пастор Топе мне сказал, что надо положить начало служения на поклонение. И Бог мне сказал, что надо высвободить это пророчество, которое Бог мне дал. Слушайте внимательно. И Бог сказал, когда это сделать. И мы проводили служение 5-6 в Лёрах. Am 5.3. ein Anbetungsgottesdienst in Lörrach. С одной целью. Wegen einem Ziel. Положить начало служения поклонения, которое сегодня здесь. Einen Start zu machen für den heutigen Dienst. И со второй целью. Mit einem zweiten Ziel. Высвободить это пророческое слово, которое Бог дал. Freisetzen, die Gott uns gab. Вот этот диск. Diese DVD. Здесь написано «Профетия». Da steht drauf «Profetie». Там пророчество полное, которое мы получили. Die ganze Prophetie, и объяснение на него. Dass die ganze Prophetie, die wir bekommen haben, mit Erklärung. Поэтому, кто хочет его услышать, und die, die es hören möchten, с объяснениями, mit Erklärung, mit Übersetzung, диск возьмите. Nehmt euch die DVD, потому что я не буду повторять. Weil ich will das nicht wiederholen. Я его уже сказал. Ich habe ihn schon gesagt. Для чего надо было его сказать? Warum musste ich es sagen? Для того, чтобы damit было высвобождено это es слово. Freigesetzt wird das Wort. Потому что когда пророк получает слово, wenn ein Prophet ein Wort bekommt, и когда он его только говорит, оно вступает в действие. Wenn ein Prophet ein Wort bekommt, dann muss das Wort freigesetzt sein. Вот мы только сказали, мы 5 марта, am 5. März gesagt, и с 5 und am 5. по 10 марта, bis zum 10. März, 10-го объявили am 10. März hat по телевидению, per в интернете, also per TV gesagt, per что за 5 дней, dass man in diesen Tagen, 5 vom 5. Марта März, до 10 марта произошло на солнце dann auf der Sonne, столько солнечных so viel вспышек, Sonnenstürme gab, сколько никогда за историю человечества не было. Noch nie gab in der Geschichte der Menschheit. Also so viele hintereinander. Таких мощных и так много. So stark und so viele hintereinander. So was gab es noch nie.
По 10 число, это 10 Валентина. 10 марта мы разговаривали об этом служении в Людвигшаузене с пастором Венера. Сошел Дух Святой, я положил руку. Да, мы говорили об этом. Телефон положила. Я положила телефон. Ja, на меня сошел Дух Святой, и пошло опять пророчество. И так быстро, что я не успевала записывать. Я писала сокращенными словами. Я быстро так писала, как только могла успевать. Бог очень торопился. Gott hat sich sehr Я быстро написала. Звоню нашей Алене, Алена у нас работает. Встаньте, пожалуйста. Алена. Елена. Повернитесь к камеру. Да? Вот. Она у нас тоже работает в школе. Алекс наш тоже вот работает в школе. Покажите, это наш администратор. Да, это администратор сайта. Администратор школы. И я позвонила Алене и говорю, Алена, быстрее, пишите, печатайте. Быстро на сайт надо, быстро. Быстро, я пишу, я уже пишу. Спокойно, простите, я уже пишу. А у меня такой быстрее. Она только напечатала, мы послали на сайт, через 2 часа произошло то землетрясение и наводнение в Японии. Первое. А пункт, первый пункт, который там мы написали, там было написано «Люди». Я хочу вам сказать, что время, о котором все говорят последнее, прямо сейчас вступает в действие. Самое последнее. Самое последнее. И там пункты стоят. И первый пункт. Начнутся великие землетрясения и наводнения, которых еще не было. Цунами, цунами, да, которых еще раньше Überflutung. Да. И там следующий пункт. И следующий. И много. Но тот был первый. Землетрясение и наводнение. И все подтверждалось местописаниями. Und das war alles per Bibelstelle erklärt. Не надо было искать в Библии, где это написано. Ich musste nicht suchen, wo es steht. Бог это все быстренько говорил. Gab es mir Он торопился. War schnell. Через 2 часа после того, когда мы написали. Und als wir es geschrieben haben, первый пункт начал исполняться. Der erste Punkt wurde erfüllt. Не до конца еще erfüllt, там это было написано. Это только начало. Das war der Anfang des zweiten Punktes. Это только начало. Das war nur der Anfang. И там много пунктов. Und das sind noch viele andere Punkte. Но про землетрясение и наводнение это был первый пункт. Следующий был пункт – войны. Я не так говорю, но нахуй фоне, ты говоришь так же. Это был первый пункт. Das war der erste Punkt. Следующий пункт был войны. Das war die войны, войны, Kriege. Die Kriege. И сразу, сразу же, уже на следующий день объявили, началась война в Ливии, потом началась война еще в какой-то стране. In Tunesien, glaube ich, was? Землетрясения und в Японии продолжались. Japan, и 6,7 баллов. Also mit der Stärke 6 und 7. А которое было самое большое первое? Stärke 9,9. Да? Представляете, и те землетрясения продолжались. Gab, начинались новые войны. И потом землетрясения были в других странах, за неделю, в нескольких странах. И тоже такие сильные. Stark, по 6, по 7. 5, mit der Stärke 5, 6. Было в этом в Индонезии тоже землетрясение и наводнение, да? Потом еще где-то. То есть я уже не помню, also, надо было записать. Очень часто. Aber о чем это говорит? Первый пункт начал исполняться. Все эти пророчества вы можете die вот на дисках и можете по сайту прочитать. По сайту прочитать. Слушайте. Dazu. Почему я это сейчас вам рассказал? Я хочу, чтобы вы поняли, ich möchte, dass ihr versteht, что вы здесь не просто так приехали из вашего города. Nicht nur so da seid von eurer Stadt aus. Вот, например, Алексей, он в 4 часа встал, в 4 часов ночи ехал. 4 Uhr morgens ist er losgefahren. К
Кто-то брал отпуск. Я сказала, Антонина брала отпуск. Антонина на отпуск. Кто еще брал отпуск? Алексей взял отпуск. Люди взяли отпуск, чтобы сюда приехать. Представляете? Вы не зря брали отпуск. Да, вы не зря ехали такую даль, вас Бог избрал. Gott hat euch ausgesucht. И доверяет вам это слово. Und gibt euch das Wort. Er vertraut es euch an. То, что пастор Дмитрий получил. Das, was Pastor Dimitri bekommen hat. И он сказал, что gesagt hat, Бог посылает вам ангел, который Gott приготовит для вас Engel путь. Schickt, der mit euch den Weg ebnet, чтобы вы могли встретиться с Богом. Euch mit Gott treffen könnt. Путь der для пришествия Иисуса. Für die Wiederkunft Jesu. Эльвира нам уже Эльвира hat uns весь год это твердит. Вам придется весь год говорить об этих пророчествах, что Иисус идет, что люди были готовы. Сегодня пастор Дим, и прямо вот перед тем, как он вышел, он мне сказал, что он получил это слово. До этого мы получили. Davor haben wir es auch bekommen, das gleiche Wort. Бог мне открыл, проговорил это слово, hat mir das Wort gesagt, что мое дело приготовить людей к пришествию, vorzubereiten die Menschen für die Wiederkunft. Слушайте, и вы те люди, через которых тоже будет Бог готовить других людей к пришествию. Нет, вы слышите или нет? Вы не просто сюда приехали за исцелением, вы приехали как избранник. Чтобы получить это слово, чтобы получить эту силу, чтобы другие нам сейчас настроиться, принять сейчас от Бога. Я вам говорю, точно. Wirklich. Когда сейчас Игорь запоет песню, wird, святой, излейся, я вам говорю, euch, и вам тоже, кто смотрит этот диск, как то, что вы услышите эту песню, das, das тут wird, ihr, святой излейся. И ваше дело быть открытым. Если ты закрыт, ты не получишь. Потому что Бог сказал, sagt, он придет для тех, die, кто его ожидает. Те, которые будут die, поклоняться в духе истины. Этих людей будет. Именно этих людей Бог посетит и явит свою славу. Вам надо сейчас настроиться. Это сегодня один день. Das ist der eine Tag если heute. Ты пропустишь, wenn du es verpasst, ты же потом приедешь домой. Du wirst nach Hause kommen und du wirst es bereuen. Я вам пример расскажу. Мне прямо сейчас Бог напомнит. Я знаю одну женщину. Она приезжала на конференцию, sie ехала. Sie hat so einen Weg zurückgebracht. Она так gebracht. Она преодолевала финансовые проблемы. Sie hat finanzielle Probleme. Она преодолевала проблемы со здоровьем, чтобы приехать. Sie hat viele gesundheitliche Probleme. Probleme mit der Familie hatte sie. И она рвалась на конференцию. Und sie wollte zu der Konferenz zum Seminar. Ну, это не про наши, но egal. Aber nicht über uns, aber. И она приезжала. Sie kam. Садилась. Sie saß sich hin. И она думала, я уже все сделала. Und sie dachte, sie hat alles getan. И она так успокаивалась. Und sie hat sich so beruhigt. И она потом говорила, ой, на меня так Дух Святой сошел. Der Heilige Geist ist auf mich gekommen. И она встала все служение. Sie wurde ein bisschen wach. Когда там что-нибудь пастор Зинаида или кто-нибудь толкнет. Oder sie gestupst hat. Она проснулась, если шумное прославление. Gab, или пастор что-нибудь там кричал. Amen. А потом она спала. Und dann hat sie geschlafen. Потом опять она проснулась. Опять она спала. Dann schläft sie wieder. Потом мы едем домой. Dann gehen wir nach Hause. Вы что-нибудь помните? Erinnern sie sich an etwas? Да. Вот это говорили. Да. Я говорю, вы же спали. Sie haben doch geschlafen. Вы же проспали, говорю, все, слушай. Sie haben den ganzen Dienst lang durchgeschlafen. Нет, я. Nein. Дух Святой на меня сошел. Der Heilige Geist kam auf mich. Люди, не обманывайтесь. Leute, lügt euch nicht an.
Если ты преодолел, wenn du etwas hinter dich gebracht hast, не успокойся, сейчас, ой, я уже все сделал. Wenn du etwas überwunden hast, с 4 часов ехал, я приехал, слава Богу, можно успокоиться. Denk nicht, dass du es schon alles geschafft hast. Да нет, только сейчас начало. Jetzt ist der Anfang. Вот сейчас только все началось. Jetzt ist der Anfang. Это все была подготовка. Das war alles vorbereitet. Для чего пастор Венера говорил? Для чего пастор Дима говорил все эти знамения, чтобы подготовить нас? Um uns vorzubereiten. Для чего сейчас мы свидетельства говорим? Чтобы подготовить нас? Um uns vorzubereiten. Для чего я сейчас вам это все рассказываю? Про пророчество. Чтобы подготовить вас. Um euch vorzubereiten, meine Lieben, damit ihr annehmen könnt. Alles, was Gott euch geben möchte und das, was ihr braucht. Чтобы вы могли принять эту силу, damit ihr die Kraft annehmen könnt, Духа Святого, den Heiligen Geist, чтобы вы могли принять, damit ihr annehmen könnt, принять, annehmen könnt, принять annehmen в себя, in euch, и понести другим und людям, und dann den Menschen weitertragen könnt, потому что вам, weil тоже ihr, надо готовить, ihr müsst euch auch vorbereiten, для пришествия, für die Wiederkunft Jesu, в своих городах, in euren Städten. Германия должна быть готова. Deutschland muss vorbereitet sein. Поэтому так много городов приехали. Это so viele, sind so viele Menschen von verschiedenen Städten da. Понимаете? Versteht именно из Германии. Von Deutschland. Когда было это пророческое слово, когда люди из Казахстана приехали, haben sogar Leute aus Kasachstan mir gesagt. Когда мы в Ульме проводили служение у пастора, там люди даже с Израиля, da waren sogar Menschen aus Israel, получили исцеление. Не, ну вы представляете? Könnt ihr euch vorstellen? Вы не случайности. Ihr seid nicht umsonst da. Вы должны сейчас подготовить. Ihr sollt euch vorbereiten. Не проспи пришествие Иисуса. Verpasse die Wiederkunft Jesu nicht. Verschlafe es nicht. Кто помнит про дев? Wer erinnert sich an die? Про девочек. Jungfrau. An die Jungfrau, an die 10 Jungfrauen. Die spoilen, die einige haben geschlafen, einige waren wach. Einige dachten, den einen ging es gut. Приехали. Und sie kam. Хорошо, так, es ist so schön, mit den Brüdern zusammen zu sein. Но не проспи, verpasst es nicht. Чтоб дверь потом не захлопнула прямо zugeht, у тебя перед носом. Vor deiner Nase. Как там перед теми девами? Wie bei den Jungfrauen. Все закрыто, слушай, а как, ну что же, а что ты до этого делал? А что ты davor gemacht? Надо быть готовым, не проспи. Напрягитесь сейчас. Bemüht euch, strengt euch an. И когда Игорь нас группе singen wird, ловите, ловите, fängt es, konzentriert euch so auf Gott. Как вы никогда не концентрировались. Вот вы когда концентрировались, когда-нибудь. Irgendwann. Вот сейчас надо так, как еще jetzt никогда. Müsst ihr euch so konzentrieren wie noch nie. Auf Gott. Что он dass er, готовит из вас тех служителей, dass er von euch die Diener und Diener vorbereitet, которые не просто будут, не только будут людям служить вокруг себя, die nicht nur die Menschen um sich herum dienen werden, которые будут менять историю, sondern die Menschen, die Geschichte ändern werden, которые пойдут в разные сферы общества, die in verschiedenen Schichten der Gesellschaft gehen werden, которые пойдут в разные сферы общества, die in verschiedenen Schichten der Gesellschaft gehen werden, которые пойдут в разные сферы общества, die in verschiedenen Schichten der Gesellschaft gehen werden, и будут готовить верующих и неверующих, und die Gläubigen und Ungläubigen bereiten werden, Nationen, Schichten der Gesellschaft, die Gesellschaft, общество, die Wirtschaft и страну, und das Land, страну, das Land пришествию, zur Wiederkunft, пришествию zur Wiederkunft Jesu. Amen. 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 Ich habe Gänsehaut. Я вам точно говорю. Ich sage euch, там вот на заднем ряду люди. Вот вас будет особенно использовать для людей. В сферах, которые не церковь. In Schichten, nicht die Gemeinde, sondern in der Gesellschaft. Которые не церковь. Nicht die Gemeinde. Вот вас будет там использовать. Gott wird euch gebrauchen in der Gesellschaft. Для подготовки людей к пришествию. Für die Vorbereitung der Menschen, der Wiederkunft Jesu. Не хочет. Und denn Gott will nicht, люди умирают, dass die Menschen sterben. Чтобы люди
Menschen die Hölle gehen. Gott will, dass alle errettet werden, dass alle erlöst werden, dass alle Gott erkennen, die Wahrheit Gottes. Amen. Und hier sind 1000 Menschen. Вам надо обратить внимание на себя сейчас. Что-то Бог хочет делать, вы не готовы. Gott, вам надо Gott подготовиться. Лидеры. Лидеры. Вы должны сейчас себя понять. Вы как лидеры. Я лидер. Я лидер. Людей. Bewege dich. Und Gott wird dir helfen, dich zu bewegen. Wenn du nur auf dem Sofa sitzen wirst, die Schichten der Gesellschaft werden sich nicht ändern. Bewege dich. Bewege dich. Bewege dich. Und so, warum sind wir hier? Ich antworte. Мы собрались, wir sind hier, чтобы поклониться нашему Отцу Небесному. Мы собрались, wir sind hier, чтобы поклониться Отцу Небесному. Мы, дети Отца, его дети, мы его деточки, мы пришли в дом домой, Wir sind nach Hause gekommen, zum Vater. Wir sind gekommen anzubeten, unserem Papa, unserem himmlischen Vater, unserem großen Gott, unserem Vater. Wir sind da, um anzubeten. Wir verkünden, wir sagen, wir sind da, um dich anzubeten. Und du hast versprochen, wenn wir kommen, dich anzubeten, wenn dein Fall kommt, dich anzubeten, du wirst deine Heiligkeit, deinem Volk. Wir nehmen an deine Heiligkeit. Was müssen wir erwarten? Первое. Erstens. Излияние Святого Духа. Ausgießung des Heiligen Geistes. Иоэля 28 по 29 читай. Joel Kapitel 3. 28 по 29. Ab Vers 1. Читай. In den letzten über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sowie über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Ich bin erstaunt. Gott hat mir jetzt gerade gesagt, dass er hier Menschen bereitet. Und was haben wir gelesen? Gott wird geben руководство свое, seine Führung, духовное geistliche, geistliche Bewegung, духовное geistliche Rüstung, духовное geistliche Führung, духовное geistliche Führung. Gott wird jetzt das freisetzen. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist die Ausgießung Gottes. Gott wird ausgießen. Der Heilige Geist wird kommen. Прямо сейчас сейчас. Что такое пророчество? Что такое видение? Духовное руководство. Чтобы ты знал, куда ты идешь, для чего ты идешь, что тебе делать, какой следующий шаг, тебе это надо, ты должен это иметь. Это есть. Das ist das, was Gott verspricht. Ich werde ausgießen von meinem Geist. Man wird prophetisch reden, Weissagen, Träume haben, Visionen sehen.
Das ist die geistliche Führung. Warum Prophetie? Почему именно пророчество? Очень важно. Prophetisch, warum? Вообще, чтобы вам разобраться, где пророчества, где пророчествующие, где пророки. Also, um Verständnis zu haben, was Prophetie ist und was prophetisch reden ist. Und wo Propheten sind. Вам надо школу исцеления Рафа, семинары пройти. Ihr müsst Seminare der Rashi Rafa durchstudieren. Вы поймете разницу. Und ihr werdet die Unterschiede kennen. Так вот, для чего пророчество? Почему Павел говорит, я хочу, чтобы все пророчествовали? Это не... Warum sagt Paulus, dass ihr alle prophetisch reden sollt? Это не дар пророка. Das ist nicht die Gabe des Propheten. Das ist nicht die Gabe des Propheten. Для увещевания церкви. Das ist nicht nur die Gabe des Propheten, sondern prophetisch reden. Для увещевания церкви. Für die Gemeinde, für die Auslegung. Для назидания. Für die Pflanzung. Для укрепления. Für die Ermutigung. Для укрепления церкви. Почему? Warum? Потому что там в пророчестве, которое Бог нам дал, есть пунктик такой. Гонение на верующих. Verfolgung der Christen. Christenverfolgung. Почему Бог так сейчас сильно с детьми работает? Warum arbeitet Gott so stark mit Kindern? In Lüdinghausen, im Dezember vergangenen Jahres. Почему Бог не только на нас всех сошел, но и только к нам говорил, они подрастут. Они будут служить Богу. Им надо быть крепкими. Чтобы в гонениях выстоять. Um in der Verfolgung stand zu halten. И если ты не имеешь той силы Святого Духа, будешь как Петр прятаться. Но когда ты получишь силу, будешь как Петр смелый. После того, когда он получил силу Святого Духа. И ты уже не будешь бояться. Почему? Именно такое излияние Святого. Пророчество, сновидение. Prophetie, Visionen, Träume. Видение. Для руководства церкви. Für die Führung der Gemeinde. Für deine Führung persönlich. Потому что в последнее время. Endzeit. И это тоже там пункт. Und das ist auch ein Punkt in der Prophetie. Einer von vielen. Лже. Falsche пророки. Propheten. Лже. Es werden учения. Falsche Lehren werden kommen. Viele. Verführungen. И многие отпадут от церкви. Und viele Irrlehren werden kommen und viele werden von der Wahrheit abfallen. Если ты хочешь не отпасть. Und wenn du nicht abfallen möchtest. И разбираться вообще, где фальш, где не фальш. Und wenn du wissen willst, was falsch und richtig ist. Тебе нужно духовное руководство. Du brauchst geistliche Führung. Тебе нужно духовное руководство. Geistliche Leitung. Сновидение. Visionen, Träume, Führung. Пророчество. Prophetie reden. Бог с тобой лично говорит. Mit dir persönlich redet. Почему? Написано. Вам уже не надо, чтобы вас кто-то учил. Бог сам вас будет учить. Gott wird euch persönlich selbst lehren. Джойс Майер говорит. Что она не изучила никакие, не была ни в каких библейских школах. Ничего не изучала. Никаких ретритов keine, не проходила. Я не против ретритов, я сама не проходила. И мы сами на ретритах. Мы сами ретриты делаем. Но она говорит, я ничего этого не проходила. Aber ich habe das persönlich nicht gemacht, sagt Joyce Meyer. Когда вы имеете Иисуса, wenn du Jesus он сам вам все откроет. Er euch selber alles offenbaren. Amen. Amen. Jesus lehrt sie. И через эту Джойс Майер учит миллионы. Und durch Joyce Meyer lehrt Gott Millionen Menschen. Я никогда не имела никакого библейского образования. Obwohl sie keine biblische Ausbildung hatte. Но я не против образования. Ich bin nicht gegen Ausbildung. Мы сами школа. Wir sind selber eine Schule. Мы сами школа. Wir bilden selber aus. И мы зовем на. Und wir rufen. Семинары на обучение. Menschen zu Seminare, zu Studium. Вы просто должны понять, что мы сейчас говорим. Was wir sagen. Вам надо еще и личное общение. Ihr persönlich braucht persönliche Beziehung mit Gott. Личное, чтобы лично тебе, лично тебе. Persönlich Бог может и через пастора, Gott kann auch durch Pastoren reden, и через проповедь, durch Predigten, и через пророка, durch Propheten. Но Бог и тебе aber лично, Gott will тебе dir persönlich лично, auch was sagen. Тебе лично, тебе лично. Gott will dir persönlich auch тоже хочет говорить. Er will auch zu dir sprechen. Поэтому вот это излияние,
des Heiligen Geistes heute, вот wird das freisetzen, вот силу, diese Kraft, боялся, damit du keine Angst hast, damit du die Verfolgung aushältst, damit du die Verführung aushältst, damit силу, du die Kraft und die Macht hast, für bindende Menschen zu beten hast, damit du Mut hast, damit du zu Angela Merkel gehen kannst. У нас студентка тоже в Меркель, поэтому я их не путаю, но фамилии похожи. Окей, значит, чтобы ты имел мут подойти, идти в правительство. Damit du Mut hast in den Staat zu, in die Regierung. Идти во все сферы, in alle Schichten der Gesellschaft, in gewöhnliche Gefängnisse. Keine Angst haben. Мне нужна эта сила. Ja, das ist die Kraft. Du brauchst die Führung. Господи, мне тоже нужна эта сила. Ich brauche auch die Kraft. И мне тоже нужна эта твоя духовная Macht, diese Führung. Давайте скажем, я хочу. Sag, ich will. Последнюю жатву собирать не так, как первую. Nicht wie die erste Ernte. Поэтому тогда сила Духа Святого сошла. Weil früher kam auf die Jünger die der Heilige Geist. Сейчас опять принимаем силу Святого Духа для собирания последнего урожая. Für die Sammlung der letzten Ernte. И это больше сила. Und das ist mehr Kraft. И вам слышу, будете вас вспомнили. Иван говорил, Иван hat gesagt, пастор Дима говорил, встаньте, пожалуйста. Да? Помните теперь про голуби? Знамения, помните? Die Zeichen. Значит, когда Иван видел голубя с неба, Taube vom Himmel gesehen он видел его как камень летящий. Sah er ihn wie ein Stein. И потом этот голубь und dann, прям приблизился к земле и так порхал. Dann hat die Taube vor seinem Angesicht geflattert. Потом он поднялся. Und dann ging dann ist die Taube hochgestiegen. Hat so einen Kreis gemacht um ihn. И еще раз больше силы. Kam noch tiefer zu ihm. Еще ближе приблизился. Еще ближе приблизился. Näher zu ihm. Еще с большей силой. Noch mit mehr Kraft. Когда пастор Дима говорил, что никогда такого у него в жизни не было, чтобы голод стекло в лобовое лицо. Представляете? Könnt ihr euch das vorstellen? Когда мы сегодня видели голубя, он так пролетел. Er kam so schnell. Я даже не понял, что это, только увидела потом, что это голубь. Ich wusste gar nicht, ob das ein Taube ist. Сила. Die Kraft. Значит, слушайте. Hört zu. Dankeschön. Та сила, которую получили первые ученики, это была сила свидетельства. Это была смелость. Das war Mut. Дерзновение. Selbstvertrauen. Они не боялись. Sie hatten keine Angst. Sie убивали, man tötete sie, man tötete sie, man hat sie geschlagen. Они вставали, sie sprang auf und ging weiter. Сейчас jetzt Бог дает сюда, слушай, hör zu. Люди. Leute. Люди. Leute. Сейчас jetzt Бог дает силу. Gibt Gott die Kraft. Большую. Mehr. Бог тогда послал силу. Gott schickte die Kraft des Heiligen Geistes. И как это, как в этом Und wie bei den Zeichen, Бог
сделал вот этот голубь, diese Taube, Дух Святой, der Heilige Geist. Ну, голубь — это символ Духа Святого. Also die Taube ist один из символов. Die Taube ist nur ein Symbol des Heiligen Geistes. Eines von vielen. Всю землю, die ganze Erde. Потому что Евангелие было распространено. Weil das Evangelium wurde ja verbreitet auf der ganzen Erde. До краев земли. Bis an die Enden der Erde. И продолжает распространяться. Um das zu verbreiten. И вот когда он завершал этот путь, als er diesen Kreis gemacht hat, да, Taube, Милан, встань еще раз, stell dich in ihn, чтобы они тебя видели. Damit sie dich sehen. Как того голубя представляют. Когда голубь сделал, завершал круг, он еще больше силой опустился на землю, еще ближе. Сейчас Дух Святой дает силу еще больше, еще больше, чем тогда. Прошло время. Проповедовали Евангелие. Когда уже приблизилась эта последняя время, перед этой последней жатвой, чтобы она была последней жатвой, vor der letzten Ernte, Бог дает вот эту большую силу. Gott gibt die mehr Kraft, большую силу. Mehr Kraft. А нам так нужна. Aber wir brauchen die Kraft. И не только нам. Und nicht nur wir. Ведь последний урожай отличается от... Die letzte Ernte unterscheidet sich deutlich von der ersten. Правда? Wirklich? Нам честь выпала собирать последний урожай. Wir haben die Ehre, die letzte Ernte einzusammeln. Но я вам скажу, это aber не так легко. Euch, что вы знали. Dass, damit ihr wisst, это не так легко. Это не так легко. Das ist nicht so einfach. Поэтому вам нужна Deswegen большая сила. Müsst ihr mehr Kraft haben. И личное руководство. Und persönliche Führung. Духовное старейшество. Geistliche Führung. Чтобы Бог сам вас направлял. Damit Gott euch führt. Это не значит, что другого руководства вам не das надо принимать. Das heißt nicht immer, dass man, das heißt nicht, dass man andere Führung nicht annehmen soll. Библейские Библии, книги, все это хорошо. Пасторы, Bücher. Но чтобы Бог лично aber Gott muss persönlich zu euch kommen. Потому что через это вы будете получать силу, dadurch werdet ihr Kraft empfangen, которой вы пойдете, mit der ihr gehen werdet, в правительство и не поборитесь. Когда вы пойдете в какую-то церковь, wenn ihr gehen договариваться за евангелизацию на улице, и вы не поборитесь. Когда вы пойдете werdet, в тюрьму, и вы не поборитесь. Когда вы пойдете werdet, в какие-то сферы, in Schichten der Gesellschaft, и вы не поборитесь. Сила эта нужна каждому из вас. Амин. Мне нужна эта сила, Господь, я ее принимаю. Я ее принимаю во имя Иисуса. Гонения будут. Гонения будут. Es werden Verfolgungen kommen. Дай мне силу, Господь. Мне Kraft dafür, Herr. Выстоять. Auszuhalten. Не побояться. Keine Angst я принимаю эту силу. Ich nehme an die силу Kraft. Святого Духа. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Amen. 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 Еще. Но. Значит, мы говорили, для чего мы собрались? Для поклонения Богу. Warum sind wir hier? Anbetung Gottes. Второе, для того, Zweitens. Что мы ожидаем. Was erwarten wir? Мы сейчас с вами говорили, излияние Святого Духа. Ausgießung. Да? Drittens. По Иаиля, 2 главе, с 28 по 29. Nach Joel, Kapitel 3. И еще что нам ожидает? Und noch. Третье. Drittens. Явление святости Die Бога. Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Представьте, как сегодня много нам хочет Бог. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Gott uns geben möchte? Не представляет. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Vorstellen. Ich kann es mir selber nicht vorstellen. Господи, помоги вместить это все. Hilf uns, das zu verstehen. Das zu verstehen, Herr, in deinem Namen. Потому что тогда они только früher получили крещение. Haben sie bekommen und gingen dann. Получили эту силу. Bekam die Kraft и пошли. Und gingen. А сейчас нам Бог как много дает. Gott gibt uns so viel auf einmal. И силу. Kraft. Святого. Des Heiligen Geistes. И духовное руководство. Geistliche Führung. По Иоиля 2 главе. Joel 3. И Бог еще говорит, я Gott sagt, ich werde meine Heiligkeit zeigen, meinem Volk. Бог дает нам свою святость. Gott gibt uns seine Heiligkeit. Он хочет, чтобы когда он придет, will, wenn er kommt, мы были готовы. Er will, dass wir bereit sind. Amen. И еще что Noch, нам обещает. Was Gott uns verspricht. Он говорит, er sagt, что он придет для ожидающих его. Kommen wir zu denen, die ihn erwarten. Для ожидающих. Für die, die ihn erwarten. Die ihn erwarten. Для ожидающих. Die ihn erwarten. Если ты сейчас. Wenn du jetzt. Не ожидаешь. Nicht erwarten wirst. К тебе Бог и не придет. Wird Gott zu dir nicht потом kommen. Не говори после служения, что я ничего не почувствую. Dann bereue es später nicht. Хорошо? Okay?
И вы там, когда будете смотреть DVD, если вы там ничего не почувствуете, не говорите, что что-то не... Dann sagt nicht, dass ihr irgendwie Schuld habt. Öffne dich. Sei bereit. Erwarte. Erwarte. Und du bekommst alles, was wir gesagt haben, was Gott gibt. Alles gibt Gott. Gibt Gott. Jetzt sofort. Jetzt bekommt ihr es gleich. Вы сейчас получаете это духовное руководство. Вы получаете сейчас эту силу Святого Духа. Я получаю это духовное руководство. Надо ожидать. Мы должны ожидать. Принимать. Annehmen. Ожидать. Erwarten. Бог сказал, что Он придет. Er wird kommen. Явит свою святость. Mit seiner Heiligkeit для тех, кто будет поклоняться. Die, die ihn anbeten. Бог сказал, Gott sagte, что Он придет для ожидающих. Dass er kommen wird zu denen, die ihn erwarten, die ihn suchen. Он нас посещал. Что значит, когда Бог посещал? Was bedeutet, dass Gott uns besucht? По истории посещения Бога. Die Geschichte der Beten Gottes. Когда Бог посещал свой народ. Als Gott sein Volk gebetete. Приходили из освобождения народа. Befreien. Израиль вывел из рабства. Israel wurde aus der Knechtschaft befreit. Бог исцелял. Бог делал чудеса. Machte Wunder. Те, которые человек, которых человек долго, много лет просил. Er machte Wunder für die Menschen, die viel когда Бог посетил Анну, Анна родила Самуила. Als Gott zum Beispiel Hanna besucht hat, sie когда Бог gebärte Samuel. Когда Бог посетил Сару, Сара родила. Und als Gott Sara besucht hat, gebärte sie. Да, кого-то сейчас Бог посещает, и ты уже родишь. Und Gott wird es besuchen, du wirst auch gebären. Ты уже теперь родишь. Vielleicht wirst du auch gebären. Да. И ты родишь свое физическое дитё и духовное. Амен. И прямо сейчас происходит зачатие. У кого-то прямо сейчас открываются духовные уши. Jetzt öffnen sich die Ohren. Кто-то прямо сейчас слышит, как Бог ему говорит. Jemand hört jetzt, dass Gott redet. Следующий шаг тебе надо сделать. Der nächste Schritt. Тебе надо сделать такой. Такой. Du musst so einen Schritt machen. Потом вот этот. Und dann so einen. Кто-то сейчас слышит, ты должна пойти туда. Jemand hört, dass du dorthin gehen sollst. Ты должна пойти туда. Dass du dorthin gehen sollst. Кто-то сейчас конкретно слышит от Бога. Jemand hört von Gott. У кого-то открываются конкретные уши. Jemand hört Gott. Вы слышите? Ihr hört doch. Когда в истории человечества Бог посещал народ, in der Geschichte der Menschheit Gott das Volk besuchte, происходили освобождения, es kamen Befreiungen, происходили исцеления, Heilungen, чудеса, Wunder, что еще? Was noch? А еще знаете что? Und wisst ihr, was noch? Бог чистил. Gott reinigte. Когда Бог посетил Исаию, als Gott Jesaja besuchte, Prophet Jesaja, kennt он сказал, что у него уста грязные. Jesaja sagte, dass eine schmutzige unreine Zungen hatte. И Бог во время посещения und очистил. Gott hat ihn während des Besuchs gereinigt. Взял уголь. Er nahm Kohle. И огнем очистил. Und hat ihn mit Feuer gereinigt. Seine Zunge. Кто-то нуждается в очищении языка. Jemand braucht Reinigung der Zunge. В очищении уст. Jemand braucht Reinigung des Mundes. Der Worte. Говорить. Zu reden. Бог очищает, когда Он посещает. Gott reinigt, wenn Бог освещает, когда Он посещает. Gott reinigt, wenn besucht. Группа прославления, пройдите. Lukasin, komm nach vorne. Следующее, что делает Бог, когда Он посещает. Was macht Gott, wenn er uns besucht? Он дает это как знак милости своему народу. Er macht das als Zeichen der Gnade. И еще Бог посещает. Und noch, besucht. Чтобы вынести свой суд. Sein Gericht zu vollstrecken. Чтобы вынести свой суд. Sein Gericht zu vollstrecken. Люди умирали. Menschen starben früher. Einige starben früher im Gericht Gottes. Которых посещал Бог. Потому что они были нечисты. Weil die Menschen unrein waren. Deswegen starben sie in der Gegenwart Gottes. Поэтому давайте мы приготовимся. Deswegen lass uns bereit sein. И сейчас будет песня, Дух Святой излится. Und jetzt wird ein Lied sein. Heiliger Geist, gieß dich aus. Не смотри на соседа. Schau nicht auf deinen Nachbarn. Не концентрируйся на окнах. Konzentriere dich nicht auf die Fenster. Не концентрируйся на себе. Konzentriere dich nicht себе. Auf dich. Концентрируйся.
Концентрируйся на Боге. Тебе сейчас надо соединиться. С самим Богом. С самим Отцом. Mit Vater, mit Gott, ты Vater, дочь du, Бога. Seine Tochter. Ты. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Vereine dich mit Gott, dem Vater. Im Geist. Im Geist. Vereine dich im Geist mit Gott. Когда мы ехали сюда, я несколько раз говорила, нам надо будет много правильно молиться. Нам надо будет молиться. Очень важно. На этом слушании много молиться. Много и правильно молиться. Господи, послушай.